Перед глазами хирургов мониторы. Через них врачи видят в мельчайших деталях внутренние органы и сосуды. Главный инструмент сегодня не скальпель. Через небольшой прокол по сосудам хирурги заводят так называемый стенд, протез аорты. На первый взгляд, обычно пластиковая трубка является материалом будущего и стоит немало, почти 500 000 рублей. Именно этот протез будет вживлен в грудной отдел аорты пациента и вернет ему качество жизни в норму. Случай редкий. 28-летнему жителю Усть-Илимска необходимо срочное хирургическое вмешательство. Мужчина уже 12 лет живет с диагнозом аневризма аорты. Это когда на сосуде появляется образование, похожее на мешок. Смерть может наступить в любой момент. Решение врачей – немедленное протезирование аорты. Оперирует Наталья Черная, в своем роде единственный в стране специалист. Это старая травма, это тоже достаточно редко бывает. Обычно эти больные погибают на месте катастроф. Оперировать таких больных очень тяжело, особенно на высоте кровотечения. Поэтому очень хорошая клиника, очень передовая клиника. Это уже второй этап операции. Первый иркутские хирурги провели 3 недели назад. У пациента необычная анатомия сосудов. Правая артерия была связана с больной левой. Ее пришлось подключить к здоровому участку аорты. Сейчас остались последние штрихи. Сейчас мы убираем все дополнительные устройства и получаем то, что хотели, то есть имплантацию именно вот этого стента, стентграфта, как раз выключая эту аневризму. Вот как раз и видно, что он раскрылся, вот он занял положение в аорте, в сосуде, свое необходимое, которое мы пытались достигнуть. Уже завтра пациент встанет на ноги. Быстрая реабилитация – особенность этого метода лечения. Каждая такая операция обходится медучреждению более чем в 1 000 000 рублей. Однако в областной больнице технологии собираются ставить на поток. Туяна Немаева, Александр Мокин. Новости сейчас.